партнер проекта «Банк Восточный». Добрый день. На прошлой неделе мне выпало познакомиться с убеждениями страховых агентов. Ни больше, ни меньше свое особое понимание магии денег. Благодаря нам вы откупаетесь от неприятностей, обещает мне агент. Уникальный маркетинговый ход. А если серьезно, то программы страхования жизни набирают обороты. Связано это отчасти со снижением ставок по банковским депозитам, отчасти с тем, что новые программы предполагают защиту, то есть финансовую поддержку, в случае получения серьезных медицинских диагнозов. Механизм такой. В течение периода действия договора вы вносите на счет страховой компании деньги, получая взамен обещание страховой защиты на определенную сумму. А по истечении действия договора возврат этих денег с дополнительным доходом. В отличие от банка, страховая компания не сообщает заранее, каким будет этот доход. Как получится. Как именно получится, станет известно через год. Ну, то есть результаты 2016-го будут опубликованы в конце первого квартала 2017-го. Охотнее всего страхуют молодых, здоровых и богатых. Граждан с профессиональными высокими рисками или же рисками получения наследственных заболеваний, а также не имеющих постоянного места работы, в страховых компаниях не любят. Например, профессия журналист и категория СМИ в базе страховщиков отсутствует. Гендерный аспект тоже важен. Мужчины и женщины находятся в равных правах примерно до 30 лет. А вот после 30-35 лет страховые продукты для мужчин стоят дороже. Стоит ли говорить, что после наступления пенсионного возраста получить страховую защиту почти невозможно? Это правило денег.